рассмотрим последовательность. Первые два числа которой – это единица и двойка, а каждое следующее – это наименьшее число, которое еще не встретилось в этой последовательности и которое не взаимно просто с предыдущим числом. Вот эту последовательность называют ЭКГ, от слова электрокардиограмма. Задача состоит в том, что в ней встретятся все, без исключения, натуральные числа. На самом деле есть несколько недоказанных гипотез про эту самую ЭКГ. Ну, давайте сначала все-таки решим задачу. Смотрим, просто чтобы понять условия, первые несколько членов. 4 не взаимно просто с двойкой. 6 не взаимно просто с четырьмя. Дальше пишем 3. Дальше 9. Проверяйте. Здесь написано 4 строки. Разумеется, можно идти и дальше, и дальше, и дальше. Вот, скажем, как понять, почему здесь 21? Потому что должно число делиться на 7, а 14 уже написано. Значит, 21. Почему здесь 24? Потому что надо смотреть числа, делящиеся на 3 и на 7. На 7 уже написано, поэтому претендент это 28. А на 3, смотрите, 3, 6, 9, 12 написаны. 15, 18 написаны. 21 это само наше число, ну значит 24. Ну и так далее. Так вот, как мы докажем, что в этой последовательности встретятся все числа? Дилемма. Первое. Последовательность содержит бесконечно много четных чисел. Противного. Представьте себе, что начиная с некоторого места, все члены последовательности нечетные. Тогда вот у нас есть какие-то четные числа. Начиная с некоторого места, они все нечетные. Да? Нечетные. Посмотрим такое какое-нибудь число, что все четные меньше, входящего процесса меньше, чем оно. Вот есть некоторое нечетное число n. У него есть простые делители. Возьмем из них самый маленький, обозначим его буквой p. Тогда какое идет следующее число? Оно должно делиться на один из простых делителей нечетного числа, причем p наименьший. Значит, оно не меньше, чем an плюс p. Более того, оно даже не меньше, чем an плюс 2p, потому что an плюс p – четное число. И получается у нас неприятная вещь, потому что an плюс 2p – больше, чем an плюс p. Это число делится на p, an тоже делится на p. И по непонятной причине мы пропускаем это четное число, хотя оно у нас в последовательности отсутствует, ведь все четные числа были там. И значит, по правилам образования нашей последовательности мы обязаны были его взять. Значит, от противного все доказать. Лемма 2 такая же простая. Если p простое число, и в последовательности есть бесконечно много делящихся на p, то все делящиеся на p входят в последовательность. Если p простое, и последовательность содержит бесконечно много чисел, которые делятся на p, то она содержит все числа, делящиеся на p. Это тоже легко. Ведь смотрите, пусть вот есть наша последовательность, и где-то число вида p умножить на n. N – натуральное число, которое не входит в последовательность. Замечательно. Давайте дождемся момента, когда все члены последовательности будут больше, чем p умножить на n. Итак, вот это вот не входит. А начиная с некоторого момента, все члены последовательности где-то там. Но там есть
числа, делящиеся на p. Потому что их было бесконечно много, значит, ни в каком конечном куске они не могли все находиться. Значит, где-то здесь есть число, делящееся на p. Какой-то там p может быть. Смотрим следующее за ним. Число pk имеет с числом pn общий делитель p, значит, pn претендует на роль. Но почему-то мы берем не p умножить на n, а какое-то большее число. Не имеем права. Значит, тоже вот от противного лимона была доказана. Теперь решить задачу выше легко. Смотрите, вот он лимон. Последовательность содержит бесконечно много черных чисел. Ну, возьмем в качестве p 2 или не 2. Бесконечно много, значит, она содержит все четные числа. То есть она содержит все четные числа, то для любого нечетного простого числа q она, значит, содержит все числа, делящиеся на 2q. То есть она содержит бесконечно много чисел, делящихся на q. Значит, она содержит все делящиеся на q. Вот у нас получилось, что для любого простого числа числа, которые на него делятся, в последовательность входят. Ну, любое натуральное число, кроме единицы, на какое-нибудь простое число делится.